Жизнь соткана из мгновений. Тогда был Дагестан очень слабый. Мы знаем ли, чем могли обернуться события нашей истории? Возмущению людей не было предела. В тот момент его отказ считался как бы предательством. 5 мгновений, в которых слово одного изменило реальность многих. Благодаря во многом именно муфтию. 5 узлов, развязанных ради Всевышнего для людей. Всем дагестанцам надо друг друга любить. Так оно и будет, иншаллах.